предчувствие зари, Джокондовская улыбка восходит надо мной и размывает даль, и тающий туман придут утренние сыпи, струящийся волной раскинут словно шаль. Струящийся волной раскинут словно шаль. Мой город одинок, слепотой свело созвездия давно. На куполе седом лишь Сириус заметен, да вскинула крыло раскрытое окно. Да вскинула крыло раскрытое окно. Нету ничего, и все еще возможно, как чистый звук трубы над городом парит.
право. Я поступила в школу Агавы. Агавы? А как же мама, папа? Мамы давно нет, а папе все равно. А я так мечтала об этой школе. Здесь как волшебно. Растет у меня на клумбе. А вот это прекрасная лилия. Он мне нравится. А вот этот мой самый-самый любимый. Обыкновенный цветок. Ну, тогда пойдем вспомним, как мы танцевали. Без мамы, без папы, без друзей. Нет, я на это не готова. Я надеюсь, мы еще встретимся. Не знаю, может быть. Прощай. Прощай. Играем! Погнали!
Это кто разрешал брать мой рабочий инструмент? Ну-ка, дай сюда. А, нету! Есть! Давно я уши не драл. Девочка, дай дяде битву, пожалуйста. А, так это вы одна команда, да? Ну-ка, дай сюда по-хорошему. Ах, вот так, да? Ах, вы... Ну-ка, дай сюда битву быстро. Это... Ну, хорошо. Ну, оставь у себя. Все, не надо мне, зачем мне? Ля-ля-ля-ля. Стоп. Оп! С правой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Опа! Ну, смотри, пацан, догоню. Туда никому входить нельзя. Нельзя. Никому запрещено категорически. Да что мне там сделают? О, что тебе там сделают? Ай. Я тебе сейчас покажу, что тебе там сделают. Варвара голова, как отвратительно, не дайте ни носок. Я беспорядка совершенно не терплю, а аккуратность поощряю и люблю. Мои воспитанницы лучшие будут летать, но чтоб летать мою систему надо знать. Мы гордо голову несем, порядок должен быть во всем. Рождается сквозь боль и пот, рождается сквозь боли и пот, души исполненный полет. Должна быть ровно и подтянутая спина, натянут, что есть мочи, должен быть носок. В глазах у всех должны быть цвет и глубина, и должен быть на месте каждый волосок. Работать надо, чтоб не с места до утра, и только в этом красота. И мои лучшие воспитанницы будут летать, но чтоб летать мою систему надо знать. Мы гордо голову несем, порядок должен быть во всем. Рождается сквозь боль и пот, она нас учит, мучит, бьет, души исполненный полет. Быть может, кто-то скажет, чересчур строга, своим воспитанницам воли не даю. Кому-то чудится не крылья, а рога. Ну как без строгости, ведь я преподаю. Я совершенное движение учу, беспрекословно, безупречно исполнять. И мои лучшие воспитанницы будут.
будут летать. Но чтоб летать, мою систему надо знать. Девочки, у вас есть еще 3 минуты свободного времени. Нет, 2. Ты такая красивая. А как тебя зовут? Варя. А вы когда-нибудь ходите гулять без этой вашей директрисы? Девочки, время прогулки вышло. Уходим. Стройность рядов сохраняем. Полетность шага соблюдаем. За временем следим. Болтливых нахалов гордо игнорируем. Стойте! Мы тоже умеем танцевать. Так, танец маленьких лебедей. Молодой человек, вы отнимаете у нас время. И помним, девочки, общение с чужими вас недостойно. Уходим. И казалось, что мог, о, мечты, увы, этой школы порог и свой первый урок. Помню я, как сейчас, каждый миг. Но однажды, упав, я подняться не смог. И для вечности словно погиб. Но однажды, упав, я подняться не смог. И для вечности словно погиб. Но раз, два, три,
жизнь как сон. Тонет жизнь, в душу грызается он. Тонет жизнь, в душу грызается он. Этой школы порог, свой первый урок помню я, как сейчас, каждый миг. Я любил и хотел послужить красоте, и казалось, что мог, о, мечты. Ведь слетев высоко, поломаться легко и остаться совсем не у дел. И ненужным себе, и ненужным судьбе стать, как сильно бы ты не хотел. И ненужным себе, и ненужным судьбе стать, как сильно бы ты не хотел. Как теперь я могу красоте послужить, лишь метлою махать, сторожить? Непростая судьба, пожелать не могу, я такой ни за что и врагу. Непростая судьба, пожелать не могу, я такой ни за что и врагу. Вы раз, два, три. Жизнь как сон. Раз, два, три. Молодцы! Эх! Ваня. Тебя как зовут? Меня Лёша. Послушай, ты хороший пацан. Не ходи туда. Ну почему? Почему, почему? Потому что директриса Агава берет к себе только тех, за которых некому заступиться. Да? Кто без присмотра остался или еще что. Она просто помешана на красоте и порядке. И дисциплине. У нее не забалуешь. А с провинившимися она делает такое. Какое? Такое. Какое? Такое. Ну какое? Такое. Помоги. Послушай, Лешка. Тебе лучше этого не знать. Ты хороший пацан, наслаждайся жизнью. Эта школа не для тех, у кого слабая кишка. Твое дело другое. Если ты хочешь летать, а крыльев нет, не будет. Может быть, в этом помогут бумажные крылья мои. Если ты хочешь дружить, а вокруг будут люди, посмеются они, что бумажные крылья мои. Если ты хочешь любить, она позабудет. Не помогут ни в чем не бумажные крылья мои. Если ты хочешь мечтать, так хотелось летать, но бумажные крылья мои.
Я, Агава, напоминаю вам. Наша задача сейчас и всегда производить совершенные балетные движения. Помним об этом и работаем. Первая группа сюда, вторая группа сюда. Вы поменяйтесь. Первая группа к правому станку, вторая группа к левому станку. Третья группа на центральный станок. Варвара, вставай вперед! Встали, я жду! Первая группа поклон, вторая группа поклон, третья группа поклон, сутеньо! Начали! Плие, релеве, танцю, шете, руки острее, ноги жестче. Работаем, работаем и помним, даже в самых простых движениях вы должны достичь совершенства. Ни одного свободного часа, ни одной свободной минуты, тысячи часов плие, ноги должны гореть в огне. У станка 10 000 часов, чтобы усвоить основы основ. Все ваше время должны отдать. Мне нужно время, еще, еще. Мне нужно время, мне мало времени. Середина! Первая группа портебра. Хватит следующей, вторая группа портебра. Хватит следующей, третья группа то же самое. Переходите вперед, вторая группа перед первой, третьей, перед второй. Я хочу видеть вас всех. И все делаем портебра. Покажите, на что вы способны. Адажо. Это отвратительно. Ты и вы еще 10 000 плие и 10 000 танцю, батман. Ты и вы на середину. Часа, ни одной лишней минуты. 10 000 часов плие, ноги должны гореть в огне. У станка 10 000 часов, чтобы усвоить основы основ. Все ваше время должны страдать. Мне нужно время, еще, еще. Мне нужно время, мне мало времени. Переход на середину. Все ваше время должно быть отдано работе. Работе и только работе. Вы должны производить совершенные движения. Для этого надо работать, работать, не щадя себя. Каждый день, каждый час, все ваше время должно быть отдано работе. Работе и только работе. Вырабатываем дневную норму совершенных движений. Танцю. Портебра. Девлёпе. Большой батман. Сутеньо. И общий поклон ниже. Ни одного бездарного часа, ни одной бездарной минуты. Сотни тысяч часов плие, ноги должны гореть в огне. У станка миллионы часов, чтобы усвоить основы основ. Все ваше время должны летать. Мне нужно время,
Еще, еще! Мне нужно время, мне мало времени. Прыжки! Выше! Выше! Молодцы! Еще! Руки острее! Да! Молодцы! Ноги жестче следим! Вы можете, можете лучше! Еще! Выше, выше, выше! Переход на диагонали! Вращение, вращение! Еще! Еще! Барбара, как ты могла упасть? Ты моя самая любимая ученица! За это вечность будешь куклой! Что ж, она упустила свое время. Сломалась. Такой темп не для слабых. Стой! Не трожь ее! Ты кто такой? Я такой же, как она. Сломанная игрушка. Варя, Варя, нам нужно бежать, Варя! Она не сможет. Но ты же говоришь, ты же ходишь. Я здесь очень-очень-очень давно. Через миллион часов она тоже сможет говорить. Может быть. Через миллион? Может, да. А может, два или три. Время здесь течет то в одну сторону, то в другую. Как ему велят. Ну что с вами здесь случилось? Это все Агава. Она превращает неудачных воспитанниц в игрушки. Подожди, то есть... Ты тоже был учеником у Агавы? Да, только не я один. Эй, эй, выходите, не бойтесь его. Thank you.
с вами так? Инессе, бытность ее человеком, не удавались вращения. А Гава заколдовала ее. Теперь она Юла. Время плохо держала баланс. Ее Агава превратила в неваляшку. У нее же здесь фабрика. Какая фабрика? Фабрика совершенных движений. Все, что несовершенно, брак, должно быть отбраковано. Брак плохо продается. Как ты это все странно? Ну как? Как можно продавать совершенные движения? Как? Как ты думаешь, сколько Агаве лет? Ну... Стой. Не надо думать, ей 300. Когда-то она была балериной-неудачницей. Зато теперь она продает совершенные движения. За первую партию движений она купила себе хранителя времени. И будет жить вечно. И будет вечно нас мучить. Так не должно быть!
Я вас освобожу! Помочь. Если ты любишь и веришь в свою мечту, то сможешь летать. Но как? Ты еще ребенок. А дети, у которых есть талант, вера и чистое сердце, могут превратить простые крылья в волшебные. Варя! Они улетели. Куда? Кто знает, что стало с ними дальше. Все. Им доступно любое будущее. Они стали балетными артистами, и цирковыми, и оперными. Ведь если любишь и веришь в мечту, то сможешь летать. Ведь в каждой параллельной вселенной есть любовь. И есть Лешка и Варя, дети, которые исполнили свою мечту. В нашем мире, в нашем пространстве все происходит одновременно. И наша задача — сделать это все волшебным чудом. Дамы и господа, позвольте представить вам несколько вариантов развития будущего наших героев.
А что же стало с директрисой Агавой? Все отлично. Она превратилась в блистательную певицу с мировой славой и волшебным голосом. Лягу я в кровать, слышу в сердце милые слова. Я танцевать хочу, я танцевать хочу. Я танцевать хочу.